я тогда еще не умел ни читать, ни писать, ничего толкового делать, когда он был еще первобытным. Огонь он откуда взял? Молния ударила в сухое дерево и загорелась. Ну, он раз увидел человека, испугался, убежал, второй испугался, убежал, а потом как-то там у него что-то в голове сработало, и он стал этот огонь, взял огонь, там развел какой-то костер, потом этот огонь жили в пещерах, хранили там все это дело, ну как первое, ну это есть такая версия, что вот первый раз именно плодами вот этой электроэнергии человек воспользовался еще того не осознавая. Вот какой-то проводник, да, кусочек проволочки. Медной, там, алюминиевой, железной, ветка сухая, наше тело с вами, ну тоже иногда проводник электрического тока. Вот чтобы протекал по нему, разница была потенциала в 1 вольт, сопротивление вот этого равно 1 Ом. И мы, если мы вот этот 1 наш вольт поделим на 1 Ом, мы получаем 1 ампер. Вот имена трех ученых связались в одной этой формуле. И вот вы ее запомните.